You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. Привет, друзья, Кирилл Трон, Fight Poise. Сегодня мы будем качать предплечье, то есть укреплять также хват. И для этого нам понадобятся вот такие вот штуки. Это расширители грифа, причем они большого размера, потому что обычно расширители меньше размера. И мы будем их насаживать на турник. Давайте сначала немного теории и потом перейдем к практике. В общем, делать я это буду в день спины, то есть когда я качаю спину на турнике, то есть подтягивание делаю. Вот, то есть я буду насаживать эти расширители на турник. И делать я буду это каждый второй день спины. То есть получается вот сегодня суббота, то есть я так по субботам и всегда буду это делать. Ну не каждую субботу, то есть каждую там третью субботу. Как все это делается, можете посмотреть с влога «Один накачки для бойца». Вся программа выложена. И вот смотрите, получается первый блок был 2 января. Да, то есть прошло полгода, вот почему я только сейчас внедряю это упражнение, то есть на хват. Сначала, то есть у меня цель была как бы, ну, прокачать, ну, вот, спину, то есть чтобы, ну, вот, был сначала виден визуальный объем. То есть сейчас, там, спустя полгода, когда я там более-менее раскачался, то есть вот теперь, я считаю, можно перейти к хвату, к предплечью. Вот, то есть чтобы не выглядит, то есть как моряк Папай, да, вот, то есть я сначала, то есть, ну, прокачать немного спину, то есть потом уже переходить к предплечьям. В общем, переходим к практике, давайте разомнемся, как мы обычно это делаем. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Размялись, теперь устанавливаем турник. И теперь, как в день спины, делаем тоже 40 подтягиваний и 20 австралийских подтягиваний. Только уже вот с такими прибамбасами. То есть также ставим таймер 15 минут и все это делаем. Как вы знаете, в день спины я уже укладываюсь 15 минут и делаю этот комплекс 40 подтягиваний и 20 австралийских. Но вот с расширителями грифа, наверное, так уже не получится сделать. То есть сколько сделаю, столько и сделаю. Сначала цель 40 подтягиваний. Вот делал по 3, сейчас уже делаю по 2 получается. We'll be right back.
уже по одному пошло. Пятнадцать минут прошло, друзья. Я сделал 30 подтягиваний. И вот как раз сейчас хотел сказать, что в принципе 30 будет достаточно. И собирался переходить к австралийским. То есть 30 подтягиваний с таким вот хватом, с таким расширением. То есть мне кажется, это нормально. То есть поскольку я до этого всегда, ну когда занимался вот с этой вот, я делал всегда не более 30. То есть тоже у меня это относительно долго получалось. В принципе, 40 это уже, наверное, перебор. Не нужно 40 подтягиваний делать с этим грифом. Вот, то есть дальше, нужно, если еще время есть, лучше переходить к австралийским подтягиваниям. И, соответственно, у кого не получается вот подтягиваться с этими расширителями на турнике, делайте австралийские подтягивания. Ну, сейчас покажу на всякий случай, как это делается. Таких тоже нужно сделать 30, сколько успеете, но максимум 30. Ну вот, короче, видно вот. Как напампилась ручка. По предплечьям мы сегодня заканчиваем. Ну а дальше я делаю, что обычно делаю в день спины. Смотрите, опять же, с влога 1. Это 6-минутная тренировка пресса и поясницы была показана вот в этом влоге. Далее у нас, как обычно, подъем гири, жим гири лежа. То есть как бы упражнение для бойца, такое прям специфичное. Но я уже сделал 25 раз с 24-килограммовой гири на каждую руку. Поэтому сейчас я все-таки перейду на 32 килограмма, хоть она, мне кажется, и будет закрепощать удар, но я как раз это и проверю заодно. То есть мне нужно будет две гири, с 24 я разминаюсь на 5 раз каждой рукой, и потом делаю с 32 по 25 раз каждой рукой, но я столько не сделаю. Ну, по 8 раз, в принципе, нормально. Далее мы делаем изометрию на бицепс. Ну, отнесем гири перед этим. То есть в первом подходе так не сильно делаем, и во втором уже на максимум. Далее у нас пальцовская 10-минутная часть. И здесь я обнаружил лайфхак для комбинации с ударами в печень селезенку. Это то, что можно грушу вешать пониже. То есть вот на таком примерно уровне. Ну, то есть, чтобы их было легче бить, эти удары. То есть, а когда мы бьем боковые в следующей неделе, то есть там грушу уже нужно будет относительно высоко вешать. Выпуск про бойцовскую часть был вот в этом влоге. И заканчиваем все йогой.
друзья, по вакууму нужно чуть тоже пояснить. До этого я полностью просто все втягивал, да? То есть вот так. Да, а сейчас я пришел к тому, что нужно концентрироваться вот только вот на вот этой части живота, вот непосредственно где поперечная мышца. То есть вот прям втягивать ее и прям смотреть на нее и думать о ней. То есть через нейромышечную связь. То есть ее вот так напрягать. То есть концентрироваться на ней. Вот так вот более правильно. На этом все, друзья. Вот такой получился день спины с тренировкой хвата предплечий. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки этому видео. Подписывайтесь на Fight Поиск, если еще не подписаны. Всем пока. С вами был Кирилл Трон, Fight Поиск.